100 призів за 30 днів. Розіграш від Манівео. Про це та більше давайте поговоримо з нашим наступним спікером. Це є Сергій Жирнов, експерт-співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Сергій, здравствуйте. Вітаю вас, Ігор, і вітаю усіх наших глядачів. Сергій, от Алексей Данилов, секретарь СНБО України, говорить следующее, что сейчас стало понятно, что марш справедливости, так называемый Пригожина с Ростова в Москву 23-24 июня, это полностью спланированная вместе акция. Как он это объясняет? Потому что таким образом Путин боится уже своего окружения, и он пытался вычислить неугодных генералов, которые могли бы поддержать Пригожина. Что вы об этом думаете? Ну нет, я здесь не соглашусь абсолютно с господином Даниловым, да, с господином Даниловым. Хотя довольно часто то, что он говорит, мне нравится, но в данном случае я не соглашусь совершенно, потому что по реакции Путина и по тому, что произошло после Пригожинского мятежа, для меня абсолютно ясно, что для Путина это было неприятно, это было не полезно, это было вредно. И я не абсолютно убежден, что Кремль в этом не участвовал. Кремль, в смысле, вот Путин, чтобы там вот был какой-то, собрали Совет Безопасности, Патрушев, Путин, Пригожин, и сказали, что вот, Пригожин, ты будешь устраивать мятеж, а потом мы тебя разгоним, и потом, так сказать, нет, вот в это я абсолютно не верю, то есть не только не верю, в смысле, по-человечески, но это аналитически не подтверждается, с моей точки зрения, потому что все говорит об обратном. Вот, я не исключаю того, что в Пригожинском мятеже, больше того, даже не то, что не исключаю, а даже принимаю то, что в Пригожинском мятеже участвовали довольно много чиновников и военных путинского режима. Но это была, конечно, вещь несанкционированная, и она, безусловно, была противна Путину, и Пригожин в этом смысле пошел против Путина и совершил именно мятеж. Сергей, как вы считаете, вот есть оппозиционер в Беларуси, да, его зовут Бульба, тоже Сергей, он говорит, что Пригожин таки ликвидирован. Как вы считаете, реально ли то, что Пригожина уже нету? Потому что появляются какие-то аудиозаписи после марша справедливости, но они, мы с вами даже говорили, да, что Пригожин не тот человек, который будет себя довольствовать только аудиозаписями. Он любил показать себя, поговорить, рассказать, как нужно воевать. Да, эту историю мы с вами обсуждали в самом начале, мы ее обсуждали примерно через 2 или 3 недели после Пригожинского мятежа, и практически я был первым человеком, который запустил версию о том, что Пригожин либо арестован, либо, может быть, даже ликвидирован. Да, и в этом смысле, ну, меня сразу стали обвинять после этого люди, потому что они слушают очень невнимательно, и сказали, вот вы нам там сказали, что он точно уже убит, а вот видите, какие-то записи появляются, и он там появляется где-то там в кулуарах форума «Россия-Африка» там и так далее. Я согласен с новым заявлением Сергея Бульбы из Беларуси, потому что это тоже моя позиция. Я тоже считаю, что до сих пор, ну, я очень аккуратнее, скажем так, выражаюсь, чтобы меня потом не обвиняли в распространении заведомо лживой информации. Я говорю, что совершенно я не исключаю, что Пригожин может быть даже уже ликвидирован. Потому что до сих пор нам не предоставили 100% гарантии, что он живой. Да, потому что действительно все те документы, которые появлялись в сети, начиная с фотографии в трусиках, которая, в принципе, ему была очень неприятна, то есть это была такая дискредитирующая его фотография, которая, кстати, была датирована 12 июня, а не 12 июля, когда ее попытались выдать за свежую фотографию. Да, затем появилось очень странное видео, и, кстати, во всей этой истории самая странная история, это якобы видео, записанное в Беларуси, но оно записано, вот чем дальше, кстати, я его анализирую, тем больше я убеждаю, что это видео сфабриковано Кремлем. Вот здесь оно здесь абсолютно рука Кремля видна. Оно сфабриковано Кремлем, потому что оно записано под покровом ночи. Мы это не видим, строго говоря, человек, который там что-то вещает. Говорит человек голосом Пригожина, похожим на Пригожина. Но, кстати, многие люди замечают, что он выше по тональности, чем обычный голос Пригожина. А затем самый главный элемент, который меня убеждает во всем этом, во всей этой истории — значит, выступает некто Уткин,
который вообще, строго говоря, дал имя Вагнеру. То есть вступить в Вагнер и не знать, кто такой Уткин, это я не знаю. Это как записаться в коммунистическую партию, не знать, кто такой Ленин, да, или пойти в церковь и не знать, кто такой Иисус Христос. Вот, то есть это совершенно для меня невозможная штука. И поэтому, когда там вот этот человек, который выдает опять же себя за Уткина, понятно, что это постановка, что туда собрали людей, которые совершенно не знакомы ни с историей Вагнера, ни с чем-то. Это какие-то новобранцы, и перед которыми выступают люди, с одной стороны, человек, с одной стороны, похожий на Пригожина, а с другой стороны, человек, который выдает себя за Уткина, но эти люди его не знают в лицо, не знают, кто он такой, ему приходится самому объяснять, что я вот тот самый Уткин, вот тот самый Вагнер, который дал название всему этому движению. И вся эта передача, если вы ее посмотрите очень внимательно, она абсолютно постановочная. Она ничего не доказывает, она наоборот доказывает того, что вот на этой передаче никакого живого Пригожина нет, никакого живого Уткина нету, и вся эта постановка, и даже не факт, что она снималась, эта постановка в Беларуси. И дальше то же самое. Саммит Россия-Африка. Пригожин в кулуарах нам публикует две фотографии. Мы все понимаем, что при современном развитии электроники и компьютерной графики фотографию любую можно сделать, и даже с программой Deepfake можно сделать видео, на котором будет даже там или аудио смонтировать. Это никакой проблемы в современном мире не представляет. И поэтому мы видим только аудио какие-то материалы, которые могут быть сфабрикованы с помощью программы Deepfake. Мы практически не видим никакого видео, и до сих пор, а это уже у нас прошло сколько там, почти 2 месяца после Пригожинского мятежа, мы не получили никакого 100% подтверждения, что Пригожин жив и здоров. Сергей, а вот если говорить о том, что вагнеровцы собираются много, их в Беларуси, и они там даже были фотографии, что они помогают со стороны Беларуси резать как-то сетку, да, на границу с Польшей, и собираются на границе с Украиной. Как вы считаете, это все, что они будут делать, вот такие мелкие провокации, или реально они готовят какие-то серьезные шаги на границе с НАТО и с Украиной? Вы знаете, проблема заключается в том, что в Беларуси есть совместная граница с Польшей и с Литвой, с двумя странами НАТО и с двумя странами Евросоюза. И это означает, что на этой границе проходит проблема возникновения Третьей мировой войны или Четвертой мировой войны, если за третью считать холодную войну, которая была после Второй мировой войны. И вот это физическое, географическое расположение чрезвычайно опасно. То есть оно взрывоопасно, тем более, что Путин в Беларусь перебазировал тактическое ядерное оружие с начала июля этого года. О чем он, кстати, публично заявил уже там весной. И Лукашенко подтвердил, и вроде бы западные разведки тоже это подтвердили, хотя были сомнения, что физически это оружие реально перешло на территорию Беларуси. Но в такой взрывоопасной обстановке играться с подразделением неконтролируемым, которое, кстати, доказало, что оно может устроить мятеж против самого Путина в России, это чрезвычайно опасная вещь. И, безусловно, пока что это проходит на уровне провокации, пока что это проходит на уровне ИПСО, то есть психологических операций специальных или пропагандистских операций как белорусской диктатуры, так и путинского режима. Но это всегда может перетечь в горячую фазу, и если это перейдет в горячую фазу, то будет прямое боестолкновение со странами НАТО. Вот это чрезвычайно опасно. А как вы считаете, в этой ситуации, Сергей, нужно наиболее опасаться Лукашенко, потому что, я так понимаю, под ударом будет Беларусь и его диктатура, а не Россия? Нет, наоборот, я бы считал, что опасаться надо всегда Путина, а не Лукашенко. Лукашенко – это человек, который зависит от Путина. Но, кстати, Лукашенко, я все время напоминаю людям, когда мы говорим про Лукашенко, что за последние 7 месяцев, даже немножко больше, с территории Беларуси не бомбится Украина. То есть
то так, как она бомбилась, допустим, после начала полномасштабной фазы войны Российской Федерации в 2022 году. Вот, это значит, что Лукашенко на самом деле на уровне там, принятия решений с Путиным доказал ему, навязал ему точку зрения, что территория Беларуси это делать нельзя. И добился того, что Путин с этим согласился. Вот, то есть в этом смысле у белорусского диктатора есть автономия от Путина, и мне кажется, что он как раз самый последний человек, который заинтересован в том, чтобы реально разжигать какие-то военные действия. Провокации, да, он, мы не помним совершенно его провокации с мигрантами, которых он сознательно привозил, но опять же с помощью Российской Федерации из Среднего Востока и Ближнего Востока, и там из Африки откуда-то, вот, и пытался запустить в Западную Европу, чтобы спровоцировать тоже какие-то конфликты с Польшей и Литвой. Но мне кажется, что главным зачинщиком всего этого дела является все-таки Путин, и Путин обладает полнотой возможностей для того, чтобы это все дело поддерживать. Потому что Лукашенко, обратите внимание, он просто временно дал территорию для Вагнера, и, кстати, я не думаю, что он очень сильно рад этому, да, и, кстати, он настоял на том, чтобы Вагнер на его территории был разоружен, он окружил, кстати, лагеря Вагнера ОМОНом белорусским, безусловно, по ним контрразведывательное обеспечение осуществляет КГБ белорусский, вот, то есть, в принципе, Лукашенко опасается Вагнера, причем опасается Вагнера, когда эти подразделения будут вооружены, особенно если они будут вооружены чем-то, кроме стрелкового оружия. Вот, и по этому поводу, мне кажется, что все-таки опасаться здесь надо бояться больше Путина и потенциально самих вагнеровцев, которые захотят, может быть, там, реабилитироваться после этого мятежа и показать, что они вот такие хорошие для Путина. Сергей, если вспоминать пресс-секретаря Путина Пескова, он сказал на днях следующее, что заговорил о претензиях к Украине и оккупированных территорий. Вам не кажется, что его слова – это капитуляция? О чем я? О том, что Песков сказал, что Россия претендует только на те территории, которые она внесла в Конституцию. В начале полномасштабного вторжения они шли и на Киев, и хотели и Одессу, и дальше за три недели Львов, а сейчас говорят только Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, ну и, конечно, Крым. Не считаете ли вы, что это есть своего рода капитуляция в этой войне? Ну, это частичная капитуляция, действительно, потому что действительно изменение позиции первоначальной, потому что они, конечно, заявляли совсем другие цели. Вот. Но это одновременно игра и уловка, то есть это обман на самом деле, да, потому что они говорят, что вот вы видите, мы не претендуем ни на что более, чем то, где мы уже сейчас находимся, но на самом деле я вам напомню, что в Конституции Российской Федерации записали Херсонская область и Запорожская область и Донецкая область, которые там обозначены как области, несмотря на то, что Российская Федерация оккупирует только частично эти территории. Вот, то есть это записано было на вырост. И, кстати, тогда все обратили внимание, что Путин это делал совершенно в пожарном порядке, потому что ему было именно для этого и нужно было, чтобы закрепили это в Российской Конституции, а потом говорить, ну вот вы знаете, вот у нас как Конституция записана, но не менять же теперь Конституцию, скажет нам Путин. Вот. В ответ мы ему скажем, не только не менять, а обязательно надо поменять и признать, что незаконными и антиконституционными все акты изменения Конституции, которые произошли в сентябре и октябре 2022 года. А потом уже можно вернуться к этому делу. И даже раньше, потому что они же туда еще и Крым записали до этого, аннексированный. Вот. Так что сама запись Конституции, то, что говорит нам Песков, это, безусловно, уловка, это маневр дипломатический, потому что Россия проигрывает эту войну, ей нужна какая-то передышка для того, чтобы собраться силами, наклепать оружие нового и начать очередную фазу войны в скором будущем, тогда, когда у нее накопится опять силы. Ну вот мы, Сергей, сейчас говорили о проблемах серьезных России в войне с Украиной, а есть наверняка проблема внутри России, потому что мы с вами уже не раз говорили, да, что новые силы обретает Росгвардия и золото
руководитель Росгвардии. Росгвардии передают тяжелое вооружение, в том числе и вооружение, которое было у вагнеровцев. Как вы считаете, опасается ли Путин каких-то мятежей внутри России, зная, что в марте следующие выборы президента? И готов ли Путин, чтобы сберечь свою власть, стрелять в свой же народ? Ну, здесь про Росгвардию мы пока не знаем, это было намерение вооружить Российскую гвардию, потому что когда об этом сболтнул Золотов прямо вот там буквально 25 июня на выходе из Пригожинского мятежа, ему юристы тоже напомнили, что Росгвардия не имеет права иметь тяжелое вооружение по законам Российской Федерации. Для того, чтобы их передать, нужно сначала изменить законы. И сейчас они работают над тем, чтобы изменить законы о Росгвардии, чтобы она была, у нее появилась возможность официальная, законодательная получить это вооружение. Пока этого нету. Но у Путина, безусловно, мы видели, что вот эта история с вооружением Росгвардии, она задумывалась как противовес каким-то другим структурам, потому что то, что называется война башен Кремля, да, потому что мы знаем, что там есть кланы, Министерство обороны Шойгу Герасимов — это один клан свой военный, значит, ФСБ – это другой клан. Кстати, внутри и того, и другого клана есть подкланы, есть люди, которые поддерживают Путина, есть люди, которые поддерживают Пригожина, есть люди, которые поддерживают Гиркина, есть люди, которые никого из них не поддерживают и так далее. То есть все это довольно сложный муравейник. И мы видели, что они сейчас приняли уже изменения в законодательство с тем, чтобы вооружить добровольные формирования региональные, территориальные, чтобы тоже была возможность вот что-то там отражать, какие-то набеги, потому что на примере Белгорода, на примере Воронежской области, Ростовской области во время Пригожинского мятежа Путин понял, что, в общем, никакие регионы, на самом деле, российские, противостоять вооруженным силам таким вот армейским, тяжело вооруженным не могут, и что это надо изменять. Но одновременно это палка о двух концах, да, потому что эти же самые губернаторы, которые получат таким образом свои частные или территориальные армии, могут устроить второй новый пригожинский мятеж и пойти снова на Москву. И в этом смысле, конечно, у Путина он себе, пытаясь разрулить какие-то проблемы, поскольку это все делается на бегу, в пожарном порядке, он сам себе потенциально создает новые проблемы. Сергей, и напоследок, скажите, пожалуйста, вот группа из 94 французских сенаторов подписали открытое письмо Эммануэлю Макрону в так называемом провале политики в Африке. Они говорят, что Африка становится российской. Это ввиду, да, процессов, которые происходят в Нигере и других государствах в Африке. Как вы считаете, может ли обернуться вот африканский весь вот этот сценарий в еще большую глобальную войну? Нет, это вообще совершенно отдельный разговор, потому что французы, я вам напомню, имели свои колонии в Африке. Угу. Вообще север Африки территориально, административно входил даже во Францию. Там вот Марокко, Тунис, это были, так сказать, территории французские, да, заморские территории за Средиземным морем. Потом в результате независимости и войны начала 60-х годов, значит, эти территории обрели независимость. И на африканском континенте была целая волна независимости, которая, кстати, поддерживалась идеологически Советским Союзом. Вот, но у метрополии, у французской, сохранились довольно приличные связи со своими бывшими колониями, в частности с Нигером, с Нижером по-французски. Вот, и, безусловно, французы играли там значительную роль. Кстати, в 60-х, 70-х годах эта роль была довольно странная и такая полуподпольная, это называлось «France-Afrique», значит, такая спайка новой метрополии и новых элит коррупционных продажных, которые, значит, так сказать, распродавали свои страны и работали в пользу французского бывшего колонизатора, но на новых условиях. Нужно сказать, что Российская Федерация является экономическим карликом в Африке. Она в Африке экономически вообще ничего не решает. Я не устаю напоминать цифру,
все, в товарооборот всех 54 африканских стран этого континента с Российской Федерацией это всего 18 миллиардов долларов. Это вообще кот наплакал. Европейский Союз это 412, Китай почти 300. То есть здесь там Россию надо брать большую лупу, чтобы увидеть какое-то экономическое влияние в Африке. Но Российская Федерация, путинская, поняла, что среди беднейших стран Африки, то есть стран, которым мало кто-то другой помогает, у которых нет никаких значимых ресурсов или мало значимых ресурсов, с ними можно устраивать какую-то возню такую закулисную, геополитическую. И вот сейчас и уже несколько лет с помощью Вагнера, с помощью Пригожина, с помощью Российской Федерации, с помощью средств массовой информации, спутников, средств массовой информации, пропаганды, да, спутника «Россия, Россия сегодня» и так далее, Путин пытается просто мутить воду там, где ему позволяет Китай, потому что Китай вообще является главным инвестором в Африке. И там, где находится Китай, там у России нет никакой возможности, потому что, еще раз напоминаю, экономически Россия путинская абсолютный карлик в Африке. Поэтому они могут только мутить воду. Вот точно так же, как они на европейском континенте могут только гадить соседям, помогать они не могут, они могут только гадить. И вот сейчас они этим делом занимаются в Африке. Конечно, это неприятно для французов, тем более, вот, допустим, в Нигере у французов там есть довольно значимые месторождения урана, которые находятся на первом месте по поставкам для французских атомных станций. Вот. И, конечно, Россия в этом смысле, с моей точки зрения, приложила свою руку к организации этого переворота, этого мятежа. Но, с другой стороны, вы знаете, в Африке вообще мятежи и перевороты, вот если вы посмотрите историю, это повседневность практически, да, то есть там постоянно где-то что-то, чего-то происходит, и очень трудно найти, кстати, африканскую страну, в которой не было бы никогда вооруженного переворота. Главное другое. Ну вот, хорошо, сейчас мятежники совершили этот переворот, да, отказались, значит, от помощи французов, которые, кстати, в Африке в три раза больше, значит, участвуют экономически, и, кстати, гораздо больше покупают туда африканцев, потому что российская, путинская Россия практически ничего не закупает на африканском континенте, а это значит, она не участвует в обогащении африканского континента. Она туда просто продает, и в основном, кстати, продает оружие для того, чтобы провоцировать новые государственные перевороты. Ну вот сейчас сделали они этот переворот. Посмотрим теперь, как эти мятежники, маленькие капитаны и лейтенанты будут управлять огромной страной, потому что Нигер — это страна огромная по территории, 23 миллиона населения, нищая страна, ну, за исключением какой-то элиты, которая живет вот на этих месторождениях полезных ископаемых. А дальше, если они думают, если они надеются, что Пригожин со своим Вагнером и Путин со своей нищей экономикой им поможет, то они глубоко заблуждаются. Сергей, спасибо. И вы очень хорошо сказали, что все, что умеет Путин все эти года делать, это еще, наверное, с Питера, да, с подворотних, это мутить воду. Он никакой политики, ни внешней, ни ничего, просто мутить воду. Спасибо вам. Нагадаю, с нами был Сергей Жирнов, экс-первый битник КДБ, служба зонячної розвідки Російської Федерації.